Приветище! Это паркинг-симулятор! В нашем городе всегда была проблема с местами, где можно оставить машину, не заплатив штраф. Я собираюсь решить эту проблему и заодно заработать немного денег. А где тачки вообще? Я точно бизнесмен? Нахрена открывать парковку в городе, где нет машин? Я не вижу здесь пробок. Я не вижу здесь, где нельзя бы было припарковаться. Кругом одни пешеходы. Что это за город такой? А еще я приземляюсь и прыгаю, как дохлая свинина. Что это за прыжок? Что за звуковой спецэффект? Отбивной, приземляющийся на землю. А разрешение текстур, которые еще и подмигивают тебе. Офигеть, эта текстура заигрывает со мной. Отвожу взгляд, она начинает дребезжать, но когда я на нее опять смотрю, она успокаивается. Так, ладно, не заостряем внимание. Пойдем, я тебе покажу свой ультрасовременный офис, в котором есть абсолютно все. Ну, разве что вместо дверей доски. Мы их просто вот сюда аккуратненько складываем, я их потом обратно приколочу, чтобы сюда бомжи не залезли. Значит, что у меня здесь есть? Компик? Конечно же, компик. Мой драгоценный комп 92-го года. Шконка. Не кровать, а шконка. Еще и подушечка есть. Комфорт плюс, елки-палки. Здесь мой гараж. Огромные распашные двери в город. Вот так открываешь и видишь жопу. Надо поднимать репутацию, потому что сейчас она у меня минус 82. И рядом значок мусора, который показывает твое место. Поэтому заходим в мой 92-го года компик и покупаем за 500 баксов парковку. И все, даже никакого звукового спецэффекта нет. Могу теперь купить дорогу в своем паркинге за 2 лайка, либо за косарь купить нормальную дорогу. Ладно, сперва я, короче, что думаю? У меня всего 1 лайк, поэтому на халяву, походу, не прокатит. Ой, а где забор? Нифига себе, теперь я могу видеть просторы нашего шикарного мира. Девушки, не хотите познакомиться? Мне нужна бесплатная рабсила. Они просто прошли сквозь меня. Я настолько никчемен, что через меня могут пройти люди. Блин, ну 2 лайка, ну где ж в них достать? Ладно, за косарь покупаю дорожное основание. Пойдем посмотрим, как это красиво теперь. Так, я не понял, где это? А, вот! А почему заезд, главное, мне не забетонировали, а забетонировали здесь? Вашу ж мать, а! Заезд не сделать, а парковку сделать. Где мозги ваши? Ладно, мне теперь, короче, надо разметочку нанести. Для этого надо сходить в магаз и купить белую краску. White Paint. Возьму 2 баночки, 400 баксов. Ёлки-палки. О, тачка, тачка! Я, кстати, жду курьера. Интересно, это курьер приехал, нет? Прикинь, это, походу, курьер приехал. Пешеходы, тихо, 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 не сбей пешеход. Ты что, куда ты едешь? Все, он точно, он сюда. А, он мне в гараж прям привезет. Ты опять пешехода переехал. Все, давай, выметайся, то, а я могу сквозь... Ой, сквозь него тоже могу проходить. Ничего себе, у тебя тут коробок. Это шо у меня тут за маркетплейс? Ладно, давай разгрузим его. Все, прощай. Уже вечереет, надо бы закрыть это ворота. А то бомжи набегут сюда. Но теперь на неосвещенной площадочке нам бы... Хотя свет-то все-таки есть, паркинг 24/7. Надо бы прибраться. Берем, значит, вот так коробочку и все это вот в этот контейнер. Не, слушай, ночью работать это невозможно. Темень кромешная. Пойду я посплю. Дайте мне поспать. Все через комп, что ли, делается? Ладно, раз поспать мне не дают, я побуду сторожем своей парковки. Постою вот здесь вот поблюдю, чтоб никто на нее не зашел. Луна и звезды осветили мою парковку. Теперь хоть что-то здесь видно. Поэтому продолжу свою уборку. А эти опоры — это мусор или они держат стенку моего здания? Сейчас я уберу, проверю. А ну пошел нафиг с моей парковки, зашибу тебя сейчас с палкой вот так вот! Какого вообще чертов футболист 4 часа ночи ходит вдоль парковки? Еее, наступило утро. Моя репутация возросла, я еще не закончил уборку.
О, прикольно, колеса можно вот так катать. Ништяк. А то я запарился уже все таскать на своих рученьках. Наконец-то! Вся мусорка забита. Площадка расчищена. Репутация на высоте. Но лайк всего один. Короче, сейчас нужно пойти вызвать мусорку. 150 баксов за вывоз мусора. Интересно, она тоже будет пешеходов сбивать? Ну да, им вообще пофиг. А, так просто. Она просто подъехала, встала на пешеходнике и... Мусор просто испарился, короче, с моего контейнера. Ладно, не забивая мозги, иду красить парковку. Вот она, моя обгаженная парковка. Что вот это? Это плохо залитый бетон? Или тут бомжи нассали и проела асфальт? Короче, разбираться не буду. Давай красить. Использовать. О! Все, линии тут уже у меня намечены, так что можно, в принципе, начинать. То есть банка краски уходит на две вот такие полосочки? Да не может быть, я реально две банки краски истратил. Первая тачка! Первый клиент, который заезжает по грязи, но он заезжает. Добрый день, месье, это парковка 24/7, рад вас видеть. Паркуйтесь на любое свободное место. Козлина, он даже не запарковался. А, не, он заднюю дает, извиняюсь. А это вообще женщина была. Ништяк. А ты мне заплатишь за это? Где мои бабки? Да ты чё? Ах ты скотина, ты намусорила. Вот так вот тебе по роже. Нельзя мусорить. Нельзя загрязнять природу. А это кто? Ты кто такой? Ты офигел? Я тебя в следующий раз эту дубину знаешь куда засуну? Что за люди пошли? Только парковку открыл. О, вторая тачка приехала. Здравствуйте, здравствуйте. Хорошего вам дня. Может быть, проучить вот этих вот водил? Вот так вот. Да в смысле я не могу им мусор на капот положить? О, я в чужой тачке. Ха-ха-ха, прикольно. Е-е, я заехал на парковку, сейчас свалю отсюда. Где тут мусор вообще? Мусор надо выкатить. Обидно, конечно, что нельзя на капот им положить. Барышня, вы вернулись. Надеюсь, когда вы сядете в тачку, вы не будете мусорить больше. Доставка приехала. Всего хорошего. Так, а бабки? Мне кто-нибудь заплатит бабки? Что-то я не понял. Она просто уехала и даже мне не заплатила? Серьезно? А как это так? Всего хорошего. Серьезно? Они просто садятся и уезжают. Пойду, короче, я за доставкой. Надо же двери тут открыть. А то уедет машинка. Заезжай. Вот так-то лучше. Уже больше мест. Пожилой человек и такой засранец. Ну ничего, у меня есть мусорный пакет. О-о-о, смотри. Пойдем-ка скорее туда его дубиной отфигачим. У меня, кстати, пушка есть. Давай я достану ее. Стоять бояться, я тебя пристрелю. А, он не стреляет, я понял. Hey, тогда дубина. А нафига мне вот этот пестик? Почему тачка красным горит? Уху! Пестик, который убирает тачки. Месье, у вас есть мусор? Кидайте сюда. Расстрелять! Я вот стою с ведерком, нет бы кинуть в ведро. Что еще у меня тут есть, значит, дубина? Фонарик! Когда у тебя нет освещения, фонарик тебе пригодится. Стоять бояться, гони бабло! Ты бабки будешь платить? Она просто свалила, она не захотела платить. Таких надо просто... Расстрелять! Охрана парковки 24/7, круглогодично. Чёртовы засранцы с этими граффити. Надо отмывать, а то репутация же портится. Как я пропустил этого сыкуна? Столько тачек еще ни одна не заплатила. Они приезжают, уезжают, думают, что тут бесплатная парковка. Может, мне надо шлагбаумы с оплатой поставить? Стоять, за парковку платим, а то я тебе расфигачу капот. О! Черт подери, нужно постоянно подходить к тачкам и забирать у них бабки. Это ж сколько я посетителей уже бесплатно отпустил. Почему? Почему я до этого не додумался стоять вот так с дубиной и получать от них оплату? Ёлки-палки, вот это я лоханулся. Спасибо, месье, было бы неплохо, конечно, еще на чаевые дать. А то я тут, понимаешь, стою 24/7 на ногах, все-таки
Сутками работаю, без отдыха, даже поспать не могу нормально. О, шлагбаум! Фонарики еще прикупим. О-о-о-о-о, что случилось, что случилось? Какого? Ты что, офигел? Смотри, что он делает, он колеса снимает. Hey, get the hell out of here! Какого? Ты что, совсем страх потерял? Это парковка 24 на 7, я тут бдю за всем. Проехал мой шлагбаум и фонари. Ну все, ребятки, теперь я тут не буду стоять. Вас будет останавливать шлагбаум, будете ждать, пока я к вам подойду. Вот так вот. Сейчас посмотрим, как наш шлагбаум работает. Да елки-палки. Так, он остановился, отлично стоит. А это я сейчас отпену. Get the hell out of here. Ну что, шлагбаум работает? Меня ждут. Ждут, пока я подойду. После этого шлагбаум должен открыться. А, я его должен открыть? Нифига себе. Вот это поворот. О! Новый пешеход. Ты посмотри, он очень отличается от других. Он как... Он живой. Ну, как зомбарь, но живой. Не такие, как вот эти манекены. Да, он по-другому ходит. Живет полноценной жизнью своей. Они купируют, как... Как вот это вот стадо, смотри. Они все одинаковые, идут одинаково, обходят одинаково. О! Гудят, что-то психуют. Давай сюда один фонарик влепим. Да чё вы гудите? Ждите, пока я оплату приму от вас. Давай бабки гони, потом открою. Сейчас я со всех дань соберу, потом открою шлагу. А, нет, надо только с подъезжающего забирать. Те, кто еще не подъехал, бабки не дают. Закрыть шлагбаум. Бабки гони. Проезжай. Опять какой-то засранец граффити мне тут нарисовал. Декорирование. Туйки вот тут посадить. Да, это на то и не похоже ни черта. Лучше цветочки посадить тут. Красивый. Во, другое дело. Взял специально три разных, чтобы посмотреть, какое растение получше. Красота. Воу-воу-воу, дедок, ты куда бежишь? Это же бомжара, да? Тот, который тачки курочит. Ща ему покажу. Ща ему дубиной так тащу. А пошел от тачки. Заказал еще больше цветов. Сейчас будем красоту наворачивать. Ну вот, всяко покрасивше, чем раньше было. Теперь у меня два лайка. Ёлки-палки, это кидалово. Я думал, что за два лайка я смогу что-то бесплатно получить, а тут, короче, это только разблокировка. И после разблокировки за два пальца ты должен еще косарь заплатить. Я чувствую, как меня обвели вокруг пальца. Смотри. Оба! На кой черт мне этот навык, я не знаю, видимо, под колеса закатываться. Либо делать подножку вот таким придурком. Сейчас я как к нему подбегу и сквозь ноги проскочу, дубину достаю и дубасю. Get the hell out of here. Настало время разориться и купить наконец-то асфальтированную дорогу, чтобы можно спокойно было проехать до парковки. О, да, вот это уже больше похоже на парковку. Я заказал себе парковочные лимитеры. Где? Вот сюда, да? Раз ограничитель, два ограничитель. Ну уже дело. На дворе наступила ночь, а у меня появилась возможность купить новые фонари. Ёлы-палы, 500 баксов за один, чё так дорого-то? Ну ладно, один хотя бы купим. Фонари приехали. Да будет свет. Куда мы можем его поставить? Вот сюда. Давай тогда лучше на выезд. О, всяко лучше. Ну и под светом этого фонаря мы, пожалуй, будем закругляться. Надо шлагбаум на ночь закрыть. Если тебе понравилась эта игра, и ты хочешь увидеть, каких результатов я добьюсь дальше, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Так что до встречи!